прекрасный, хороший пример, мне понравился, объединенная группировка войск. Нам клятвенно обещали, как только будет документ ратифицирован, начнется перевооружение, оснащение современными средствами ведения боя абхазских вооруженных сил. Иначе не получается, ОГВ не может существовать, когда один ездит на современном танке, а другой, извините меня, идет пешком. То есть все должно соответствовать. Нас и там обманули. Дон Табак, привожу вот здесь, интересная тоже, да, ситуация. Читаю, здесь согласовывали документы, одобрить представленный Министерством иностранных дел документ, согласовать с теми, с другими, с этими. Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации. Проект соглашения. Вот у нас Дон Табак, когда передавали в собственность, я, опять же, тут не личности, сегодня кто работает, вчера, но это преемственность, это государство, правильно? Нам обещали инвестиции. Конечная сумма была в районе 2 миллиардов. Инвестиций нету, объект не отстроен, рабочих мест нету. Сплошь и рядом, давайте поднимем документы. Вы мне скажите, я понимаю, министр юстиции сегодня даст Бог карьерного роста, послезавтра другой придет, он выше пойдет. Но мы что-то обратно сумели получить. Нас, еще раз говорю, на госдачу, как сегодня говорят, надули. На Дон-Табаке надули. Огромное количество предприятий наших ушло за бесценок. Нам обещали массу инвестиций, нам тогда тоже говорили, вот это вы примите, вот это нам дайте, придет инвестор. Потом нам рассказывали байки о том, что инвестор придет, когда мы позволим здесь покупать жилье, заселить Абхазию. Сегодня нам говорят, что этот документ необходим, чтобы инвестор был здесь. У меня вообще вопрос, вот я знаете, чего не понимаю. А что, если у нас вот здесь инвестор, здесь сотни, если не тысячи примеров хорошего сотрудничества, как и везде. Вот в свое время, помните, скинхедовское течение было в России, да, и в течение года несколько абхазских ребят убили. Но мы, как мудрая нация, не посыпали голову пеплом, царство им небесное, не обвиняли там кого-то в антиабхазских настроениях. Но тут каждый раз, стоит какому-то инциденту произойти, оказывается, вот, есть такой анекдот, коротко, два друга, один другому говорит, в лесу медведя встретишь, что сделаешь? Ну, он говорит, застрелю, говорит, из ружья. А вдруг ты без ружья? Ну, говорит, из пистолета застрелю. А если у тебя пистолета нет? Ну, кинжал вытащу, зарежу, ну, что делать, как-то отобьюсь. А если кинжала нет? Послушай, говорит, ну, ты определись, ты, говорит, за кого, за меня или за медведя? Вот в данной ситуации я хочу понять вообще, кто за нас, за абхазский народ? Я чувствую вот последнее время тенденцию, слушай, нам объясняют, это не от присутствующих, но звучало уже несколько раз фраза, что мы здесь обманываем, обижаем русских бизнесменов, нам этот закон нужен для того, чтобы они сюда приносили инвестиции. Послушайте, но абхазский народ не самый воровитый. И мы не так много людей обманули, может быть, там больше обманывают. Мы еще раз говорю, закладываем бомбу под предприятие, успешно функционирующее, потому что мысль произвести в случае спора какие-то манипуляции, выехать и провести судебное решение, привести сюда, возникнет обязательно. Поэтому я ни в коем случае не вижу сегодня нашей готовности для принятия и ратификации этого соглашения. Ратифицировать оно, да, все равно ратификацию будет проходить в парламенте, им виднее. Но здесь есть ряд опасений, они серьезные. Ссылаться на то, что у нас так, послушайте, у них по-другому, а потом я последнее что скажу. Это тоже, наверное, юристы здесь, мы счастливы тем, что у нас квалифицированные есть люди, которые могут дать нам разъяснение, но я хотел бы сказать, ну и приняли мы решение по какому-то гражданину, да, он обратится в свой конституционный суд. А в России ихнее законодательство выше, чем международное соглашение. Но вы знаете прекрасно, два юриста, три мнения.
Если бы все так было прозрачно, почему одни и те же юристы в судах, одни требуют наказания расстрелять, а другие оправдать и отпустить, читают одни и те же законы. Поэтому неудивительно здесь, что разное мнение. Априори, понятно, министру юстиции, как человеку, специалисту в этом деле, легче на эту тему разговаривать. Но я вас уверяю, что наша практика говорит совершенно об обратных вещах. 10 лет нашей работы показывало, что нас постоянно ведут к тому, чтобы создать условия, заканчивая. Я вижу, что идет ситуация, чтобы создать условия. Здесь есть ряд олигархов, которые вкладывают определенные средства. Они, я не знаю, их можно назвать инвесторами, нельзя назвать инвесторами. Но не всегда правильно и честно. Вот по той же, вот здесь министр официально обращаюсь. Давайте инициируйте, или я не знаю, кто это должен сделать. Как государственная дача, переданная Российской Федерации, оказалась у кого-то в собственности. Почему происходят такие факты? Почему мы здесь не можем этот вопрос решить, и мы надеемся, что там в России кто-то решит в нашу пользу? Не будет этого никогда.